стартовала первая в этом сезоне контактная гонка «Преследование». Сегодня пьедестал развивается норвежско-французскими флагами. Первое место удалось завоевать Марте Олсбю-Ройзеланд, которая стартовала 12-й. Две француженки, которые с нулями прошли все огневые рубежи, смогли попасть в тройку. Анаис Бескон – вторая, 14-й стартовый номер. Анаис Шевалье-Буше – третья, начинала гонку 6-й. Лиза Тереза Хаузер чисто прошла все огневые рубежи, но не смогла продемонстрировать высокую скорость, финишировав 4-й. Лучший прорыв удалось продемонстрировать Ингрид Ландмарк Тандервольт, переместившись 35-ю на 15-ю позицию. Юлия Джима улучшила свою позицию, финишировав 14-й. Стартовый номер 19. Валя Семеренко тоже отыграла 6 позиций, 54-е место. Дарья Блажко на старт не вышла, чтобы из-за простуды поберечь силы перед эстафетой. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал и не забудьте поддержать видео лайком.